Прямо точно слышно? Да. Дмитрий Родионович Варсава. Я хочу рассказать о своем опыте стихов, которые, специальных стихов, которые можно отнести к комбинаторной литературе, а точнее, это может быть даже потенциальная литература. По крайней мере, сегодня Наталья Федорова произнесла такую фразу «потенциальная литература», то есть литература – такой текст, который может прочесть несколькими способами. Если по рентгенам слева направо, справа налево, а вот еще есть какие-то другие способы. И я пытался написать такой цикл, написал такой цикл, где... Помощь нужна? Нет, я сам. Где попробовал это сделать каким-то образом. И я покажу. То есть вот на экране стихотворение, которое состоит из пробелов и слов. И при этом здесь важно, вот эти пробелы также играют свою роль, потому что здесь эти паузы, их архитектура, она определяет смысл, который можно извлечь из текста. По крайней мере, можно прочитать двумя способами. Можно, как обычно, прочитать слева направо восточно, а можно два столбика. И я попробую это прочитать. Но название также из двух частей. В комнате осень, желтой птицей, как ночь, между стеклом и сердцем, возвращается сквозь сумерки дождя, человеческие пустоты светлеют в убожестве боли. Это вариант, который можно прочитать этим стандартным способом. А теперь вертикальный вариант, если почитать столбики. В комнате желтый, как ночь, между стеклом сумерки дождя светлеют в убожестве поля. Осень птицей и сердцем возвращается сквозь человеческие пустоты. Но иногда есть не только возможность читать по вертикали, по горизонтали, но и по диагонали в том числе. И вот эта роль пауз приобретает какое-то важное значение. Открыть, ускользая себя вновь глазами, ты в никуда для я. Все еще мир, ты глаз, я. Это один из вариантов прочтения. И другие варианты это по вертикали, если открыть себя глазами для мир глаз. Для, смотри, проплевая. Для мир глаз. Ускользая вновь в никуда. Я все еще я. Ты. Ну и вот этот момент, когда ты в никуда для я, там в зависимости от того, где вы будете делать паузу длиннее, то там смысл меняется. А еще есть вариант пошли? Ну, нужно придумать. По диагонали. По диагонали можно попробовать. Вопрос. Как, закрывая, будто сказать, глаза полю, исчезая
Как сказать полю чистоты, закрывая глаза, я здесь, будто исчезая. И такой момент, как бы в названии два слова, и подразумевается, что одно название для одного текста, а другое название для второго текста, который там как бы скрытый. Но это тоже такая некоторая игра. Уходящее дерево. Простимся и вспомним, тепло провожая, все листья друг друга прикосновением по имени. Простимся, тепло провожая друг друга прикосновением, и вспомним все листья по имени. Свобода, тишина. Когда же песня зазвучит, вспышка на языке тишины, свобода камня легка ли? Когда же зазвучит вспышка тишины, свобода легка ли песня на языке камня? Спасибо. Ну, Дима, только я хотел сказать, что у тебя еще 45 секунд. Вопрос, пожалуйста. Дима, вот просто ощущение серьезно, да, что вот вертикальный вариант всегда сильнее. То есть ты... Он, наверное, значит, сначала пишет. А да, так я говорю, то есть ты вертикальный вариант основным, где пишешь, а читаешь горизонтальный. Первый, он вот... Если такое ощущение возникает, значит, я не доработал. Да, ну вот нет, реально возникает. А всегда второй вариант... Если возникает, то я не доработал. Я признаю свое поражение сразу же. Я не признаю поражение, мне очень нравятся все варианты. Мне кажется, варианты вертикальные, они звучат более уплощенно, как и должны. Да? И поэтому кажется более сильными. Это просто иллюзия. Это не поражение. Вообще, я не считаю, что поэтическое поражение – это плохо. Я считаю, браво! Что... Нет, это поражение! Если ты проиграл, ты вопросы вообще не задавал. Да. Я считаю, что поэтическое поражение – это единственное, что можно.